Я всех перечислять не буду, но Дмитрий Дмитриевич у нас один. Вот поэтому я сказал, член президиума Российской академии художеств, профессор. Значит, я вот убежден уже многократно, что нужно попробовать свои силы, как бы генеральная репетиция до основного диплома по окончании. Вот это тоже школа. И замечательно, что люди... Слышно? Мне очень нравятся ограниченные передние фигуры с тем фоном, который не предел достаточно искусственным. Мне кажется, что мы вообще немножко боимся каких-то локальных, ну, скажем так, пространств, да, которые могли бы быть как какая-то, ну, может быть, плоскость, цветная или тональная. Вот эта сцена могла быть очень интересной, если бы она была на локальном фоне. Все. Фантастически, я вижу, как меняется профессионализм, вообще меняются задачи. Знаете, мне как бы только приходится хвалить вас, сколько. То есть я бы с удовольствием сказала бы какие-то замечания, но в данном случае, вот я смотрю... Мне очень приятно, вот что вы видите сейчас после наших китайских студентов работы Даши. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я была на нескольких выставках. Вообще, многие студенты участвуют в различных выставках. И это очень приятно, что это не просто работа в институте, а что они имеют возможность выдать себя на больших... Я выросла и родилась в Казахстане, но фактически для себя открыла его 2 года назад. Я побывала во многих местах, в которых никогда до этого не была, и не представляла, что они вообще есть в своей стране. И хотела показать непривычный вам Казахстан с его бескрайними степями, юртами, вершинами гор, а скорее Казахстан необыкновенный, фантастический. Тот, как увидела его я. Я надеюсь, что у меня это объясняет общей темы, изображение близких и интересных художных мест. Можно выделить и две группы работ, объединенных общим сюжетом. Это многочисленные. Следующая за ней картина имеет также историческую значимость. Это лавовые отложения, действительно существующие в Казахстане. Интересно, вот такое, как бы, песня о своей родине, это было бы здорово. Потому что действительно мы, как бы, ну, все мы были в Казахстане, почти все. По крайней мере, и любим очень эту страну, и она нам не чужая. Вот. Но, как правило, Казахстан – это значит степь, да, там Горкина, в далеком горизонте юрта, да, кибитка, ну, все как положено. Вот, каким-то этапом, да, в вашей творческой судьбе, и вот уверен, что у вас в будущем все получится, надо только работать. Поздравляю вас. Я вот видел эту работу в эскизе, вернее, подготовительный, и казалось, что даже уже там будет все найдено, потому что очень довольно-таки интересное оправление вот этими вот, как коллажами вот этими этюдами, направляется в эту основную композицию, которая, конечно, является отражением, может быть, какой-то смысл даже в этом есть, помимо
Не хотелось бы платить за другого автора, что он хотел сказать. Что еще насчет самой композиции, изображенных людей? Ну, это, в общем, такая классическая, может быть, постановочная классическая. Думаю, что все сориентированы на метровые холсты. Все вот дипломы, которые мы смотрели, вернее, вот эти преддипломы. А подумайте, а может быть сделать нечто в другом масштабе и совершенно, более совершенно, стремиться к этому. Ой. Области. Закончил среднюю Минское художественное училище имени Глебова в 1998 году. В институт поступил в 2001 году. Рецензент Тарханова Светлана Валерьевна. Евгений Николаевич. Спасибо. Пожалуйста. Я думаю, давай Вадим, ты сначала скажи, так, чтобы это было более понятно. То, что ты автор, я буду тебе комментировать. Главный храм посвящен Архангелу Гавриилу, церковь памяти погибшим летчикам-авиаторам. Для меня это был первый храм, и как бы я вот сейчас начинаю с этого. Довольно тяжело, как бы, приходится работать именно из-за того, что многие вещи не знаешь, тем более не умеешь. Поэтому я пытался как бы здесь пойти более, как бы, скажем так, от своего внутреннего ощущения, то есть я смотрел все вот эти известные гости, внутреннюю структуру храма, оценивал саму архитектуру белой, чтобы по максимуму, как мне кажется, работала сама живопись именно кресла на стенах. Пол танцуем в макете черном. Что еще? Вот это фрагмент картона, это посвящено композиции «Нашествие персов на Константинополь», и Архангел Михаил останавливает их. Серов, храм действительно существует только лишь в проекте. Вот. И для того, чтобы обрисовать основные сложности, которые возникли перед Вадимом... Сергеевич родился 1 мая 1983 года в городе Москве. Закончил художественный лицей имени Томского в 2001 году. В этом же году поступил в институт. Рецензент Тарханова Светлана Валерьевна. Евгений Николаевич, Ваня Сволков. Я Ваня Сволков. Я представляю тоже проект, что и будущий автор. Это храм Архангела Гавриила в Закаменском Николе. Меру. Все? Молодец. Коротко. Все мы, девочки, собирают цветы. Растениями – это то, что хотел сказать нам автор этой ширмы. Несмотря на то, что это достаточно просто, но внутри есть высшая красота, которая является главной идеей замысла художника. Вихе хотела показать свои ощущения мира и прекрасно. Распространенная вещь. Вот она представила нам такую поэзию своих вещах. Ширма всегда строится так, что, скажем, единое... Прям к стене вот так.
ваш проект роспись? Стоит он мужчина. Катя, садись. Ваш мужчина? Построен в 97 году. Недавно буквально. Находится рядом с вами. Мы работаем, пойдем вместе с девушкой. Проекту роспись. Потому что скажи мне, чтобы было понятно, потому что это Работали в течение всего года. Работали целиком всем интерьером храма, который в эту работу включает, проект подкупленного пространства, роспись крыш, алтаря, ну и всего-всего, что положено. Работа шла достаточно стабильно, потому что мы так очень плотно работали с ними. Метрополии, живущие метрополии, то есть, собственно, Саграда, там, и Сербии, она очень такая оригинальная живопись. Ну, по-моему, вот у меня такое ощущение, что они это постарались уловить и попали, вроде бы, вот в этот самый характер, что тоже, в общем, уловить непросто. Стилистику это поймать тоже непросто. Ну вот, молодцы, это можно только приветствовать, потому что, конечно, приятно все жизнь рассказывать про себя любимую, что я люблю, но иногда, особенно в церковной живописи, приходится не только о себе любимом рассказывать, но и думать о том, какие люди к вам придут. Николай Иванович, хорошие слова. В любом объекте, в архитектуре должна быть, а я имею в виду Андронова, должна быть точка отсчета. Или черный, или белый. Понимаете, вот здесь это есть, это здорово, это хорошо. Вот. Спасибо всем, что вы внимание нам оказали, и спасибо вам. Какой единый модуль архитектуры, что создает ее какую-то интимность, камерность, и человек ее очень хорошо ощущает, наконец, в интерьере. Храм Христова купольный, бессонный, с удлиненным боковым вдоль оси северо-запад. Также особенность архитектурной, которая повлияла на систему росписи, является двухскатное перекрытие, шифтовое двухскатное перекрытие. Значит, западный рукав креста вытянут и создает, по сути дела, базиликальное пространство по характеру. Ребята выбрали для декорации сцены страшного цикла, что дало им возможность найти достаточно большое количество сцен, которые хронологически связаны друг с другом. И таким образом, с изображениями на крыше, которые близко с ними соотносятся и повторяют эту же тему, на восточной стене, фланкирующей алтарь, изображены севастийские мученики. По сути дела, эта композиция также повествовательна, как и праздничный цикл, страстной цикл, но тем не менее композиция работает фронтально. И это подчеркивается, эта работа фронтально подчеркивается изображением двух святых, святого Мамоса Кипрского и святого Георгия, которые иконографически также идентичны и фланкируют вход в западный экзонархис. Основное ядро – это роспись купола и роспись алтаря. Единое ритмическое сочетание за счет повторяющихся окружностей, начиная снизу от поля литии, затем Эммануил в композиции Аранта, Спас Нерукотворный на убрусе и купол с изображением Христа. Здесь замечается своего рода также ось, которая нанизывает в
удачно использовали прием Константинопольской школы XIV века, когда несколько сцен объединяются единым пейзажным уровнем, что создает ценность пространства. Потом удачно скрыто... Карас Христос. Замечательный художник. Замечательный художник. Мы его скоро сделаем почетным членом нашей академии, а сейчас он присутствует, вот улыбается. Мы просим его сказать два слова. Много времени, а мне стало труднее говорить, конечно. Нет, я хочу поздравить ребята, очень хорошо сделала работа. Передали именно кипрскую атмосферу. Наши кипрские, византийские изображения очень хорошо сделали колорит. Именно этот синий колорит, именно кипрский такого типа. В нашей церкви это пластики, которые здесь мы смотрим, они очень хорошо и очень характерно по нашей образу стенопись на Кипре. Это мне трудно говорить, конечно. Спасибо, я поздравляю вас, очень красиво и хорошо. Ну, сейчас это достаточно органично, мне кажется. И хотя все-таки вот все, что касается Спасителя, немножко перенапряжено, потому что мне очень симпатичны вот эти эскизы, которые для свода в этой базилике наоборот пристройкой покрытие. И их мягкость меня пленяет больше. Может быть, как русского человека, да, привыкшего к нашим традициям и так далее. Я не так хорошо знаю Тушкова, правильно. Вот. Нравится, как сделал на алтаре. Вообще, работа грамотная. У нас руководитель такой, что он же не даст погибнуть это наука. Да, всегда работала артель. И поэтому это очень важно, вот это вот, работать в коллективе. Художник обычно, скульптовист, в основном один на один работает, а в монументальном искусстве приходится работать в коллективе. Здесь, еще раз говорю, все, может быть, есть какие-то еще проблемы, но они решаемы, и за такую работу просто поздравить мастерскую. И помимо того, что вы попали в колорит Кипра, это красиво сделано. Вот как смотришь, какой выгодный, красивый серо-зеленый фон, который дает вам возможность силуэтом звучать. Это мне лично очень нравится. И я вас поздравляю. И поздравляю нашего рецензента, которому так мощно хлопали, действительно, как грамотно, как профессионально. Детально. Это, дай Бог, чтобы на защите диплома некоторые приглашенные искусствоведы с именем так могли разобрать внимательно, с любовью, не просто так, вот я знаю, а нет, вы понимаете. Спасибо. Она
очень активно и, так, я бы сказал, такими семимильными шагами. Конечно, тут помогала и бабушка, замечательный художник, и папа с мамой, да, и друзья, я думаю, тоже внесли свою лепту восторженную. Оно осталось, и это здорово, потому что действительно бывает, что многие, не многие, но некоторые эти приюты, приезжая в Россию, они становятся такими очень русскими, такими серыми красками, серьезными очень. Вот. А вот у вас этот восторг перед цветом, он сохранился. И это очень здорово. Я, например, это для меня самое симпатичное. Изображен пейзаж, в котором живут ее родители, художники по профессии, поэтому и показаны они на фоне своих собственных работ. Мать изображена с морскими раковинами на фоне гор, обрамляющих синее Южное море. Ракушки – наиболее любимый и часто встречающийся мотив в работах матери Катерины. Отец же в своих работах часто изображает морские... Мы всегда как бы Ахиллесова пята рисунок. Блестяще нарисовал последнюю постановку. Если так дело пойдет, я вообще, у меня никаких беспокойств по поводу Кати Фукара не остается. Очень талантливый человек. Она развивает традицию своей фамилии. И это замечательно. Это уже как бы получается такое, ну, искусство, которое имеет глубокую успех. То, что у тебя не полное академическое образование, у меня тоже не полное академическое образование. Я тоже в институт пришел. Так что это не так страшно. Самое главное. В Москве. Там интерьер простой и современный, поэтому и решение такое же простое. Обманка двери и два окна. Там лето. Реальный киевский пейзаж, дорога на горы и там еще рядом деревья. Правая работа – роспись на Талибе и слева – фреска. Там на Талибе написан день, а на фреске – вечер. Обе работы сделаны четырьмя красками, и хотелось, чтобы вы чтобы почувствовали цвет, воздух и материальность. Молодец. Прекрасно решена архитектура, очень простыми средствами. То, что архитектура очень простая, да? Вот. Сама тема вот этой Родины, совершенно неожиданно возникающий в такой достаточно урбанизированной московской среде, он очень хорош. Само даже место очень четко и ясные как бы позиции, в том числе и в области храмового искусства. А Светлана, так получилось, вот, что как бы такие очень интересные и серьезные аспекты у нее произошли, как раз в Ростове Великом. Вот, прекрасно сделала копии и как, с таким настоящим неподдельным интересом. Там... Здравствуйте! Это моя работа. Я писала мой новый город. Это моя бабушка. Я ее очень люблю. В тексте я каждый день стала настала около моего дома. Дала мою бабушку. Она, потому что она каждый день утро шла на лилак продаваться овощи. Когда она вернулась домой, она приносила сладости и крошки мне. Она всегда думает,
пути того, это пути. Рисуют российские тоже какие-то очень человеческие, порой давно забытые. Я думаю, что то, что она нарисовала, это вполне состоятельная вещь. Это большой труд и на самом деле вещь очень выразительная. Все, что Джупин говорила, здесь нарисовано, на самом деле. Это город, это постоянный, каждодневный путь домой, это ее отношение к ее бабушке. Я думаю, что эта вещь очень хорошая. Я поздравляю тебя. Большой удачи. Успехов тебе. Ну, теперь могу добавить, может быть, лишь немного, так как я. Люди должны пройти, каждый свой путь проходит. И вот здесь бабушка нашей героини. Она каждый день находит, как я сказала, Кубин. И она настолько любит своих внуков, что... Ну, Ян, ну давайте все. Dora, stai con me, dimmi, Angel. Sì. Спасибо большое. Сторона в каде фотография. А мы застыли. Подожди, да? Сергей Николаевич сейчас сказал, он говорил тебе? Что? Сказал, что все очень. Вы достали с кем она стоит? Gela. La. Фотографируете, если угу.
Вот, все кончилось. Елизавета. Елизавета. Ela era o tu, baba, roba. Sim, era o do Lord. Это же не бьет ни мали случай, там большой случай. Вы получили сегодня диплом. Это не просто так. Είστε να βγάλετε συνέχεια εγώ. Стаган был по-моему. Был... Это по-китайски, да? Нет, нулевой.
На райдера Вяли до нас. Да мы-то за обратно. До дна. Камбе. О, молодец. Я буду помогать мне. Марку жить. С пробочки хорошо, Макс, да? Да. Хорошо. Суп. Да. Мы туда сюда ходили. Она маленькая, но гордая птичка. Не хочет. Маленький диплом. Давай, вино есть. Спасибо. Вот это мой. Да. А Христос где он? Я Но сегодня сидят больше русских, да? Как? Ты рад сидеть, да? Джихир хорошо сказала на
Да? Ты вообще супер. А да, Христос, ты ко мне пробосил, да? Правильно, да. Это тост. Ваше здоровье. И чтобы всегда были счастливы. И все было хорошо в жизни. Ура! Федора, как будто... Σε σου πούνε μαϊρε ψέρε Μαρία, ορίζει. Это получается коктейль, да, точно. Тоже? Отлично. Я изобрел новый коктейль. Коктейль, обязательно коктейль. Шампанское смесь. Коктейль. Кому коктейль? Обязательно. Это будет уже смешение. Коктейль. Я тоже надо коктейль. Вот один раз. Второй раз. Я помню, первый раз был на все. Не видно нас здесь, я говорю, почему не видно? Ну давай, мы специалисты. Был на самом деле сегодня очень. Да? Камера. Микрофон ваш. Я, наверное, сегодня ничего не снимал. Только звуки. Голос. Только смотрели. На самом деле было сегодня просто вообще чудесно. Все так хорошо прошло и гладко, что... Прям я удивляюсь. Я вот. Свечка ей задали. Ну, грубо говоря, да, на самом деле. А помягче. Ну, свечка из задорники. Было на самом деле, просто все просто ушло. Вот мы так шли на самом деле густо, что все прям так друг другу так притирнули. Очень образно. Половину не поняли. Густо шли. Хватит издеваться. Пастозно все шли. Нет, на самом деле. Защита была сегодня просто вот чудесна тем, то, что шла так. Все было гладко. Все по маслу. Да, все сегодня шло. Ну просто на самом деле в том, что защита сегодня, именно сегодня, мы не знаем, как завтра будет, но сегодня вообще-то очень как-то вот так сжато, и вот не было такого передыха. Все шло так прям друг за другом, прям так вот так тяжело. И вот были долгие, вот просто. Мне вот честно вот кажется, вот были такие светлые моменты какие-то, вот так все вот тяжело, вот как-то так подряд идет, да? И вот были вот светлые работы в заведении. Ну вот у кого-то вот так вот, у Джихе, я считаю, вот честно получилось. О! Вот такой свет такой. Вот в этом разрыве, честно. Я, к сожалению, уехал. Вот, не видел, Катюш, твою, но вот. Все нормально.
Как там вообще свет... Как в шоколаде. По... Нет, не как в шоколаде. Как по маске. Все. Завтра, на самом деле, Максим первый. Первый? Набрал? Чтобы ты показал, как обрывал. Обрывал. Всем покажи обрывал. Стоп, нет, на самом деле, главное еще, на самом деле, в защите это и... задать темп. И вот чтобы он был. Ну, ты задашь это. Кукрыниксами задашь. Защиту, которая сегодня была, на самом деле. На самом деле. Тяжелая. Да. И... Короче, на самом деле, Ты представляешь, что вот получились уже 4 года, и уже мало ли любому прошло. Молодец. И говорим ура! 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 А ура по-нашему, знаешь, что такое? Фор. 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 Хвост. Хвост. Самое главное хвост. Но все равно хорошо. Хвост. По-нашему по-китайски. Ванзой. Ванзой. Банзой? Да, банзой. Банзой. А банзой? Это по-японски банзой. Банзой по-японски. Банзой, конечно. По-японски, когда война была русско-японская, они кричали банзой. Это все. Это не наш вариант сказал. Это не проблема. Классифицированный вариант. Банзай? Переводи наш Аллах Акбар. Какой там Аллах Акбар? Банзай, по-моему, это ответ. Банзай. Банзай, по-моему, это ответ. Банзай. Банзай, по-моему, это ответ. Да? Тут как тебе берем. Все зашифровано было, мы сегодня там начали это... Снимать назад. Все помогали друг другу, как бы, все были в этой мастерской, и я хочу поблагодарить родителей, которые приехали, поддержали своих детей. Это очень важно. Это просто вот эта поддержка, это очень важно. Потому что, ну, как бы, когда нет, когда ты знаешь, что тебя за спиной поддержат, это очень сильно подпитывает работать. У тебя уже, ну, ты не боишься, работаешь дальше. Как бы это очень важно. Поэтому я хочу, как бы, поднять свой бокал за всех собравшихся здесь и сказать, чтобы и дальше как бы продолжалась именно какая-то такая, я не знаю, работа, ну, не напряженная, как мало диплом, а чтобы дальше как бы вот эта связь была, вот как у Кати с папой, я имею в виду, продолжалась какая-то традиция отцовская, чтобы все мы дальше, если у нас появятся свои дети, тоже поддерживали их на любом пути, не обязательно там в искусстве, просто вот чтобы было это продолжение. Ну и нам всем пожелать, чтобы мы дальше работали, делали хорошие работы, чтобы у нас были силы дальнейшие. Все, давайте за это. За все хорошее. Ура! 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 Я же вас не говорите, знаете. Здорово! На счастье, Гульбин. Мы когда слышим, когда поднимались, мы когда приезжали, пришли. А я когда зашли, как я уже... Да я построю сейчас. Уже кто был? Ну, сейчас я за Зарейками, я оформил, я их показывал предмет. А мы уедем встретить, а я его встретил. Да, чипсы помывать. Кипером делом сразу таки, хоп, к чипсам на дороге дойти. Так половину чипсов съели, я вообще привет. Пойдем на выставку. Скотина сам, да?
Порядок. Сегодня, значит, защищаются три мастерские. Первое сейчас Валентина Михайловича Сидорова. Потом, значит, мастерская Владимира Никитича Телина. И в заключение Павел Федорович Никонов, его мастерская. А перерыв будет там уже объявлен. Дополнительно. Да, перерыв. Мы по обстоятельствам. Претендент Назарова Кристина Игоревна. Пожалуйста. Я выбрал эту тему, во-первых, потому что мне нравится творчество художников-украинцев. И как бы я хотел показать то суровое время с другой стороны, со стороны их рабочей мастерской, их стол. Здесь хотел показать какие-то события, их глазами на их рабочем столе. Вот и все. Борусья, спасибо. Обратился к очень интересной теме. Он продолжил традицию своим вот малым дипломом, традицию работы художника над натюрмортом. Эта традиция особенно была интересна в русском искусстве. И Максим как бы продолжает эту традицию. Обратившись к теме «Стол кукрыниксов», он стремился решить ту обстановку и то время, когда работали эти художники. Я хорошо их знал, кукрыниксов, особенно Порфирия Никитича, и видел их рабочий стол, и часто общался с ними. И это художники, которые во время войны откликались на все события военной ситуации. Каждый день почти появлялись их окна ТАСС, их карикатуры в газеты. Это был своеобразный нерв нашей страны, нашего народа, отклик на все происходящее тогда в стране. Мне кажется, что Максиму удалось решить эту идею и решить очень интересно. Это действительно обстановка тех лет, это стол. Говорит об авторе, как о личности творческой, не боящейся экспериментировать и искать новые решения. Актуальная на сегодняшний день тема предстоит неожиданным разворотом и ракурсом. Художник обращается к работам кукрыниксов, непосредственно очевидцам тех событий. Задача, на мой взгляд, непростая с точки зрения отвлечения графических работ кукрыниксов, живописную технику, поскольку сразу стоит вопрос о подборе цветовой гаммы и имитации графической, четом видовых особенностей графики. Художник прекрасно чувствует грань дозволенного, переходя от одной техники к противоположной. Также хотелось бы отметить цветовой выбор в решении композиционной задачи. Поскольку необычная точка зрения предполагает работу преимущественно с плоскостью, в данном случае плоскостью стола, то необходимо расставить в работе ударение, что делает художник за счет помещения в нижней части картины двух крупных работ кукрыниксов в броских, зеленых, красных и желтых цветах. Таким образом, возникает точка отсчета и на плоскости родственники этих великих художников. Вы не бывали у них дома, нет? Пока еще нет. Потом бывает, да? Что мне вот сама тема, ну, с одной стороны, необычная,
взять такую тему таких великих художников, которые действительно всю идеологическую сторону, по существу, одни из тех, кто держал идеологическую сторону Великой Отечественной войны. И не только. Это художники, которые не только делали свои острые карикатуры по всем проблемам, тем более Великой Отечественной войны. Значит, вот вы в этом плане просто, я считаю, молодец. Единственное, конечно, нужно, все равно нужно было... Еще не до конца, это все-таки, наверное, надо рассматривать как большой, но еще эскиз работы над темой. И, может быть, не над этой, а, как сказал Тимофей Михайлович, у него есть такая, у Максима, хорошее понимание натюрморта. Но это натюрморт еще обманка, правда? Обманка не на стене, она стала так вроде бы и нам бы сверху на нее смотреть. На месте идет обсуждение, и вот я вхожу, думаю, батюшки, обманка такая большая. Вот подхожу, все ближе, ближе, и обманка исчезает. Исчезает и превращается в натюрморт. Мне не хватает. А я что хотел сказать тоже, наверное, больше уже никто не будет выступать, я должен завершать. Я хочу вас поздравить с очень интересной идеей, ну и с очень так приличным воплощением идеи. Я думаю, что если вы к ней вернетесь в будущем, то... Ну, повзрослев, поумнев, прибавив там какого-то большинства, я думаю, это может стать очень интересным произведением. Сейчас она тоже хороша, но есть еще вопросы, безусловно. Да, но это нормально, потому что мы же не защищаем большой диплом, мы всего лишь навсего рассматриваем малую картину на четвертый курс. А так молодец, действительно, хорошая вещь. Спасибо вам большое. Которая идет домой. Это территория Северного Китая, где рано начинается зима, поэтому на женщине теплая одежда. За ее глаза запомнил. Геноциде армянского народа. Ну, привелось так, сложились у меня обстоятельства, что я в Армении был совсем недавно, и я столкнулся именно с этой темой. Я наблюдал, я видел эту древнюю... ...дай от брака, до личия моего родину. Наконец-то я благодарю моих преподавателей за помощь. Большое спасибо. Мне кажется, что наш китайский друг доказал нам, что картина вокруг нас. Эта картина была подсмотрена здесь, возле стен Сурика. Замечательное место. Это страна, которая дает, пожалуй, больше всех живописцев у нас в России. И сама художница, она из семьи художников. У нее и отец прекрасный художник, и сестра замечательный художник, который сейчас на Крымском валу, на выставке, на всероссийской, тремя работами выставляется. Вот и здесь мы видим три работы. Могла бы она и больше сделать. На Арбате меня заинтересовала тема отношения в наше время к исторической ценности.
Ну вот Мазуркин у нас второй год учится, и вот в живописи он все понравился. Бережно отношусь к деталям, и поэтому вот ваши сапоги, это сапоги болотные, это не сапоги военного времени, если вы хотели сделать. Шинель это современная шинель. Вот просто я на будущее, и говорю, что работа, конечно, очень интересная, все серьезная работа, но на будущее, мне кажется, если вы хотите что-то показать, надо очень точно относиться к деталям, потому что они в вашей картине очень много говорят. Спасибо. Интересные картины. Я тут особого, честно говоря, пафоса-то не вижу. Тут, в общем-то, достаточно ироничная картина. Вот. И я надеюсь, что это говорит об уме, так сказать, чувстве такта художника. Тут, по сути дела, нет ни, слава богу, нет ни медалей, ни регалий. Тут есть обыкновенные там армейские шапки, то, что вот Татьяна Григорьевна заметила. Тут, в общем-то, это такой ширпотреб на продажу. Тут никаких особых героических вещей нету. Эти стандартные бюсты Владимира Ильича, дешевые портреты Сталина, да? Так ведь? Я правильно вас понял? Вот. И какие как бы товары, такой и продавец. Вот. Тут, ну, по-моему, картина не стоит ни дома. Вот. И я вас поздравляю, это, в общем, довольно смелая картина. Здесь немножко двигатель, а? Вот ты говоришь, что ты мне не нужен, а ты мне нужен. Вверх. А посмотри, что это у нас такое. Где? А, видишь, чего? Взять, сейчас пока есть батарейка, пусть она снимает. Это противогазовская. Она без разницы. Вот солдата сними. Два. Номер один. Противогазовская. Отдай честь быстро. Давайте, ребят. Забыл. Ой, у тебя стаканчик поломался. У тебя тоже. Вот так. У меня-то я знаю. А вот что у тебя? На Пасху же чокались. У кого? Она не снимает. Да не снимает. Не мы ее не видим. Не-не-не-не. О, Глупин. Глупин. Мы не позируем. Мы не позируем. Можете на них еще выпить. Еще. Она хитрая и так часто выступает. Клип. А клип не будет. Питон издал звук. Говорящий питон. Говоришь. Давай, будем. Христос воскресе! Воистину воскрес! Вы хотите жить, по-моему? А по-гречески как? Христос Анести. Анести. А как ответ? Αληθώς ο Κύριος. Или αληθώς ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Αληθώς ανέστη μου να ответить, или αληθώς ο Κύριος. Απανηγυρινή. Κάτι разница. Αληθώς. Το πεις покороче. Ανέστη. Это, ну, воистину воскрес. А αληθώς ο Κύριος, это, воистину он. Господин. Тот сам. Ну, с большими буквами. Кирилл. Кирилл, это как бы... Господь. Солдат. Солдат. Что по улице домой? Отвлекается. Ну кто тут еще солдат? Военный, наверное. Военный. 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 Военнослужащий. Эй, рядовой Жора. Оля. Да. Света сюда. Ты, кстати, рядовой еще, да? Ты рядовой. Я думаю, уже генерал. Что, у тебя учебки нет, что ли?
Уипин, привет. Чипка, первый месяц. Я такой же молодой бойца, сейчас он рядовой. Чего? Когда ты звание получишь? Звание получаешь за умение... Понятно, за что. Набить морду. Нет. Не, почему? Как бы помягче выразиться. Ты получил? Угодить. Подвезли. А, Куркин угодил. Ну, это великий, да? Дача, привет. По интимной выставке, наверное. Интимные услуги. Интимные выслуги. Сейчас тебе погоны там новые. Ну, здесь ребят какие-то странные, да? Папарацци. Столько народ с камерами. Уже ушла далеко там. Все. Ну, мало ли вы у нее увидите, она двух может быть подрегована. Не слышишь? Слышу. Это можно? На компьютер это? Мой можно. Я делала твои, это мое. Твои? У меня канон тоже. Канон. Канон. Это тоже канон. Это канон. Канон. Твои? Можно SD-карта, видишь, написано вот здесь вот? Вижу, вот SD. Нет, вот с этой стороны экрана. Вот там написано SD, а SD они продаются. Вот у нас XD. А у всех фотоаппаратов, вот у этого, кстати, можешь взять, Макс. Это... У Антона, у него SD-карта, а Фотика нет. А, там другая карта нужна просто. Вот, посмотри сюда, ну переверни карту, сейчас, на себя, сейчас, на себя сейчас, это. Сейчас. В смысле, как фотоаппарат поснимать? Ну, от фотоаппарата туда карту влезает. SD, они стандартные все. Да. Нора, помаши ручкой маме. Ой, ты какая хорошая. Вкусный конфеты, кстати. Конечно, ну-ка, давай посмотрим, что там за конфеты. Да. Ну-ка, ну-ка, вот, ну-ка. Реклама конфеты. Реклама конфеты. Рязанские конфеты. Ой, рязанские конфеты, вот. Какая вкуснятина. Вкусно вообще. Мяу. Вкусно вообще. Слушайте, а можно паскуличка? Ой, кто ты такой? Это же это Петр Зудов. Стриженый. Стриженый. Ох, что? Какой стриженый. Что? Так. Кто тут стриженый. У нас? Даша. Это я. А-а-а. Сонная. Я, я хочу... Не стриженная. Да, не стриженная. Страшно причем. Страшно. Я хочу кулить кто-нибудь. Отрежьте меня. Отрежьте кулить. Как говорит одна моя знакомая, кулич. Она страшная и прекрасная. Или как она? Про собаку. Страшно, прекрасно. Ужасно. Она ужасно. Ой, кто это? Это же Гуйпи. А, сейчас мне надо. Как надо. Не надо? Я надо. Очень некрасивый сейчас. И как некрасивый? Не все такие, все такие. Да, уже белые. Уже все, выпин, не обращай внимания. Можно? И вот. Уже. О. Смотри, какой смешной. Какой не смешной. Нельзя человека любить за недостатки. Я люблю своего мужчину за недостатки, потому что таких недостатков, как у него, нет ни у кого. Я думаю, что он относится ко мне точно так же. Больно же, Степа, что ты делаешь-то? Мне больно позвоночник.